Всем привет, с вами я, Иван Акадьевич. Ну, безусловно, Украина никакой на тот момент ни государственной, ни национальной субъектности не имела. Это было наше общее. Мы будем проходить паркур в квадрате, так у нас 46-я часть. О, я второй уровень. Надо сейчас спал поставить. Ну, значит, будет стрик. С этого уровня будет трудно. Нет, здесь надо спам ставить. Ну. Здесь туда надо спам ставить. Потому что третий левел. Здесь какая-то с лестницей. Комната с лестницей. Четвертый левел. Ну, первое. Я вижу лестничный паркур. У нас общая территория. В конце 12 века Киев приходит в Украину. Зачем я сгорел? Мы с этим ничего не можем поделать. И уходит история сгорел, дальше. То есть, проиграл. Но Украина не было никакого. Так, сейчас вам пятый левел я дам. Я уровень я не буду. Здесь какая-то музыкальный паркур. Так, ура. Где остались спам? Здесь какой-то смешный паркур. Тут раздача какой-то. О, нет скорости. Что я опять упал? Почему так сильно сложно? Как дождливо, как дождь все. Наверное, нужно перепрыгнуть. Нажимаю плиту, как. О, или кое-что будет. О, я, кажется, прошел. Мы опять вернем, поставимся спам. Ну что вы знаете? Но... Я это просто... Здесь какая-то паркур с сундуками. Сундуки я просто. Да не... Вот так вот. Я чуть не умер. Так, следующий какой-то ледяной. Я забыл поставить. Ой. Я что-то нарушил такое. Надо срочно спам ставить. На 13 уровней. Да что ж такое? Где? Смотри, посмотри, какой это сложный. На единой. Йод надо проходить, кажется. Все, я прошел.
потому что я могу появиться в прошлом уровне. Есть книжные полки. Зачем я упал? Да что так слишком сложно? Опять! Теперь здесь на 50. Чем музыка кажется книжная на конкурс. Сложно. 99 и все. Чтобы... О, наконец-то. У нас 2 уровня осталось. Есть какой-то сталкер, пермонстр есть, ну, просто вы знаете, это слишком сложный паркур. О, 13-й, 12, я уже 13 уровней, 14-й уровень, 558, ну, это изи. Я хожу какой-то микс. О, нет, какой-то G. 243 уже. О, кажется, песок душ. Да, как это? Песок душ, это невозможно. Последний 13-й левел. Четырнадцатый, да, да. О, чтобы выжить, нам нужно до литра. Полетит! Извините, я чего-то не могу обнять этой литрой. Я стараюсь, я стараюсь. О-о-о-о! Еее! Где еще дух был? Литра было. Ой! А-а-а, я забыл, что тут надо... Всего лишь... Надеть надо. И смотрим, как мы будем лететь литрой. Да, как просто, как где дал. Кафе. Кафе. 500, 51 я. Полно складываю. Почему?
попробую наоборот. Назад. Я вижу на один. Так теперь я вижу. Звонок. Где стержень Эндера? Ладно, я не один. Ну да, на гейммоде буду лететь. Это я теперь очень много буду. Нет, то есть я... Где один я вижу? Я один. Вот здесь было не на... Было сложно на едином. Если я вижу лаву, здесь сундук, муки, здесь ежда, да и парфюм. Здесь... Я вижу два тут. Ну, здесь это музыкальный паркур. Ну, когда... Ну, это... Да. Ну, 99%. Не надо. Ну, мне надо включить команду. Вечер. Ну, а так пусть думает, что дождь это хорошо. Но у меня... Здесь уже есть со ступеньками паркур, видите? И вот со ступеньками. Забавно, забавно. Здесь есть, что я вижу, где я вижу, буква Е. Здесь обычный паркур, одним блоком 5 я вижу. И вот этот вот первый уровень, тут уже 3 блока в ряд. Мне забавно. Вот все, я сам покажу. Он... Теперь вперед. Первый это уже теперь тройник. Легкий. Второй блок. Третий лестница. Четвертая. Ступеньки пятая. Вы знаете, что это. Это у нас музыкальный паркур. Шестой. Снег. Седьмой сундук. Восьмой йод. Девятый стержень Эндера, который сложнее. Десятый книжные полки. Одиннадцатый ствол перебобов. Двенадцатый у нас бриты. Да, бриты. А тринадцатый песок души. И вот буду знать, что надевать надо. Вот все просто пичное. Очень точный диагноз дал, вот всему тому, не. Что происходит, причина этого. В своем, к сожалению, пока условия на суде. Послушайте. Вы видите? Считаю недопустимым, это наш паркур именно. Ну вот, ой, вот паркурчик, в котором я как-нибудь жил. Ну ладно, всем удачи. Он считает, что это недопустимо, да, Юрия? За что и сел на 6 лет? Мы в этой студии... Потому что не хотел покориться.